Привет, весна. Привет, новый велосезон. Доехал я до Партизанской поляны, заняло у меня это где-то 2 с небольшим часа, от дома 37,5 километров по объездной. Сейчас заехал в кафе, перекушу, передохну и дальше в путь. Здорово вообще. Короче, заблудился я чуть-чуть. В итоге надо переходить через ручей. Происходит это вот как-то так. Вот так. Вот, идем. Так, аккуратненько. Аккуратненько. Фу. Опачки. Так. Переносим. Оп. Оп. Все. Так, я это сделал. Ёлки-палки. О. Вот такой вот переходец. Чуть не окунулся. Еще бы и купательный сезон сегодня открыл.